Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая Вести ФМ, является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым. Моя точка зрения на вакцинацию мотивирована именно желанием спасти жизни людей и покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу свои извинения за эти свои слова.